Все, уезжаем, уехали. Так. Если что, мы наши разговорчики не слышите, ребята. Так. Никто ничего не слышит. Мы по звонку, но вы не слышите, потому что WhatsApp не поддерживает звонки видео. Что-то. Так, Ваня ключ уже взял. Так, побежали. Так, ищи ключ. А, уже третья дверь с ключом опять? У нас редко такое бывает. Давай я попробую открыть. Нет, не открывается. Я не хочу открывать своими руками. Они вон свои какие-то. Библиотеку, Ваня, пройти легко. Я тебе сейчас покажу. Просто, пожалуйста, если ты умрешь, я не буду переснимать. Потому что мне и так. Я не буду пере... О, зажигалку нашел. Прикольно. Я даже ее не видела, но мне сама показала. Да, Ваня, подойди ко мне. Подожди, стой, стой, стоп, Ваня. Смотри, видишь зажигалку? Да, вот она. Да, видишь? У меня, вот она. Иди ко мне. Я тебя сейчас подожгу. Иди сюда, я подожгу тебя. На, во, подожгу. Вот, смотри, иди сюда. Иди в огонь. На, подождите-ка, моргнула или нет? Не, не моргнула, не может моргнуть, потому что один шкаф. Ёлки-палки. А, тут рычаг надо искать, это самое плохое. Это ужас. Так. Ой. Обойду. Я буду экономить фонарик. Ой, то есть это, зажигалку. Ой, ребята, это... Так, да куда идти-то? Так. Где? Нашел? Ну иди, найди. Иди, найди. У меня, кстати, скрича нету еще. Я потому что буду стоять. Так. Ну, ты видишь? А, чё? Блин! Вентиляция! Раш! Скрич меня укусил. Гад. Скрич. Осуждаю. Иди ко мне, подожгу. Как я знаю всех монстров, амбуш, фигура. Так, не говорите, что я там что-то говорю, просто мы там разговариваем. Так, подожди-ка, дай пригляди. Да, Ваня, ты... Молодец. Мне сейчас еще раз, и все. И все, и скрич меня съест. Раз, бегает в одну сторону. Глич, я тоже знаю. Тень есть, знаешь? Тоже. О, моргнула! Шкаф, 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 шкаф! Моргнула. А, Джек, да, я знаю, я знаю Джека. У меня, так, кстати, тоже, ребят, был Джек. Ребят, если вы видели хоть раз Джека, ставьте лайк за это. Джек, да. Ну, я тогда просто его так не видел, поэтому я не испугался. Поэтому так. Тимати из-за ящика. Ладно, все, идем. Короче, если что, на Сики, я тебе помогу на этом сыкуне. Когда, который за нами будет бежать. Так, есть глаза фиолетовые, таких много. Мне кажется, их 35 или сколько. Я не знаю. О, свет! Ваня, вентиляцию лей! Дурак. Да ты не увидишь! А! Короче, знаешь как? Я тебе помогу. Вот, я тебя подсвечиваю. Вот. Так, теперь сюда.
Так, ну да, Скрич. Ребята, Скрич это самая бесящая штука, бесящий моб в игре. Ну, это все знают, наверное. Так, подожди-ка. Вижу, там ключ, Ваня, там ключ. Там ключ нужен, я вижу, там ключ. Там двери надо ключ. Ваня, короче, я вижу, смотри. Иди опять назад в комнату, ко мне иди. Ко мне. А, вот она, да. А теперь поворачивай на... Ладно, смотри. Вот, да, иди прямо вот туда. Ладно. Вот смотри, теперь иди направо чуть-чуть, да. И вот комната, вот она. Заходи. Найди, там зажигалки даже есть. Вот, пошли. Там зажигалка была, наверное, да? Ты не видел? Ладно. Так, глазки, глазки, нормально. Глазки! Это глазки! Так, пока еще нет. Это не побег, это не побег. Когда побег, глазок нету этих. Когда побег, там нет глазок, мне кажется, и он позже будет. Будут палки. Так. А, я вижу. Ну, тут даже глазки указывают. Цыкнул! Да, блин! Нет, я сейчас умру. Ваня, мне пластырь нужен. Ваня, открой ящик для меня. Просто все. Не, это ужас. Все. Побежали. У меня ХП мало. Так, направо. Так, тут направо. Тут налево. Приседай, приседай. Беги, беги, беги. Теперь. Направо, направо, направо. Так. Так, направо. Налево! Теперь открыть вода, не попадайте в огонь. Быстрее! О, фу. Ванёк, уже. Короче, можно мне пластырь найти, пожалуйста, Вань? Дай мне пластырь, пожалуйста, не выбирай его. Сейчас, дай я найду пластырь. Мне нужен очень сильно. Так, 42-я дверь. Так мало еще? Серьезно, а что мы там пробежали? Вообще, я же там долго мы бежали. Так, нормально все. Так, давай сюда. Теперь нет. Вот сюда. Так, давай. Оп, я сюда. Вставляй картину. Кстати, подожди, может, тут классы будут какой-нибудь ящички. Ладно, нету. Сейчас там темная, да, по идее, будет какая-нибудь. Опять темная, ребята, все, сейчас меня опять Скрич укусит, все. О, свет! Ой, что это было сейчас? Так, можно сейчас я найду пластырь? Пластырь, реально пластырь! Да пластырь нашел, офигеть. Можно сейчас я найду пластырь, ПЖ? Я хочу залутать тут все. Потому что у меня мало ХП. Я, да, какой-то нашел пластырь там. Но, так, подожди, оно... А. Ну и что? А, ну да, я Скричу кость, мне, наверное, что надо. Ключ? Подожди, дай залутаю. Все. Можно мне? Где? Пожалуйста, не... Можешь... Можно я подберу? Пожалуйста, у тебя ШП есть. Сейчас, подожди. Ну, подожди, сейчас, дай я возьму. Подожди, подожди. Где пластырь? Покажи. Да где? А, вот, да, иду, вижу. Ой, теперь мне идти. Сейчас, дай подберу пластырь. Я за пластырь. Так. А, вот, спасибо, да, вижу. Так, и тут ключ. Ой, да я под кровать залез случайно. Ты ключ взял? Да? Сейчас, подожди, не уходи без меня. Не, нам не сюда. Давайте, так, хотя бы достижение пройти 50. Да сюда, Ваня. Ваня, сюда, ко мне. В другую комнату, соседнюю. Открывай. Ну, быстрее иди. Ну, вот она, комната. Иди быстрей. Открывай. Ну пошли быстрее, Ваня, у меня время ограниченное. Это спидран тебе. Пошли быстрей. Да серьезно?
Да, понял я уже. Надеюсь, не будет. Скрич, пожалуйста. Да блин, мне дверь не открывается. Короче, Ваня, что делать? Ваня, стоп! Ты чё? Ты чё надо? А что было? В смысле, Скрич, ты дурак? Ну блин, да я же до 50-й задонатил 50 робоксов. А, ты вышел? Давай еще. Да какой уже еще раз? Ты чё? Нет, смотри, ну нет, все. Теперь я один буду проходить. Спасибо, нет. А, кстати, я уже книжку там вижу. Я уже книжку вижу даже. Какую там брать? Так, где у нас фигура? Где фигура? Опа-на, книжка. Вот она. Ну, не так много, поэтому... Так, сейчас лучше. Так. Так, там фигура где-то слышу. Сейчас я звук погромче сделаю, так тут нам прятаться. Сейчас, подожди, как звук. Ну, где фигура там? А, вон она. Так, надо ждать, пока он на второй этаж идет. Если он на второй этаж не идет, я легко к нему подберу. Нет, нету. Вообще плохо. Так, подожди-ка, надеюсь, он на второй сейчас идет и прям за ним иду. Я все твои движения смотрю, фигура. Так, подожди-ка, он что-то врезает. Ты что-то багается. Так, все, отлично. Он ушел. Подбирали листочек. Так, у меня только нолик. Нолик есть. Книжка. Так. Книжку нашел. Так, надеюсь, он сейчас по центру пойдет. Не пошел по... А! Нет, ребята, надо не по центру... На, там я еще одну книжку вижу. Вот это плохо. Надо опять ждать немного. Там я просто книжку видел, как вы зеленый телефон. Так, что будет монстр? Страшный. Подожди, он куда пошел? Да блин, ты туда... А, врезался. Так. Да чё ж он багает? Такой баганный. Вон он, прям книжку, вот он, куда я покажу. Так. И он забагался, вот плохо. Сейчас немножко бежать. Книжка была онлайн. Но все равно это плохо, мало. А у меня вообще одна фигура? В смысле? У меня просто одна подходящая фигура? В смысле? А как мало? Так, она отсюда вышла, так надо поискать книжку, как прочно. Кто-то пикнет. Да нет, это же не получится, ты чё? Не получится присоединиться. Так, ну это плохо, у меня вообще ничего нет. По сути, мне убивать ничего не надо, чтобы прям ноль. Так, ну второй запомнил ноль. Ну чё ж он багается тут постоянно? Я что-то в этот раз мог тут плохо как-то. Ладно, ребята, фигура тут вообще не сработает никак. Тут вообще миллиард вариантов будет. Так, мы тут книжку будем. Да, все поиграемся. Так. Слушай, я... Что?
делаем. Так, ребята, немного отлагала, просто не буду разговаривать. Так, ребята, вот, теперь, наверное, хорошо вас слышно, да? Итак, у нас цифра 2 есть и 8, да? То есть получается 0, 0, 8, 2. 8, 2. Оставляем. Придется сейчас идти на вот этот. Придется сейчас идти опять на первый этаж. Чуть-чуть. Недалеко пойдем. Поищем книжки. Так, ребят, это плохо. Очень мало всего. Так, ребята. Так, он там что-то багается. Что за баганая, забаханутая фигура сегодня какая-то. Как вы слышали, просто, если что, если я резко закончу видео, то не обращайте внимания. Ну, вот так, ну, тогда так получится. Быстрее, быстрее, он сейчас пойдет. А, крестик, ребята, хорошо. Ёлки-палки, я забавно. Так, тихо, сидим. Он тут багается постоянно. Сейчас, если он отойдет, если звуки уйдут, значит, он ушел на первый этаж. А, нет, не ушел. Сейчас отсюда выйдет. Чё он такой багнул сегодня? Я сначала вообще не выжил. Так, пятерочку тут будет. Нет, нет, не получилось. Восемь. Нет. Два, один. Восемь. А, один. Один. Восемь. Два. Два. Я опять не так делаю. Ну что он там ходит-то? О, три. Ура! Ребята, я прошел. Нет, только нет, ребята. Простите, что это больно? Почему опять эту комнату с дурацким рубильником? Пожалуйста, хоть бы повезло, и хоть бы сейчас бы рубильник был бы тот. Нет. Так, я зря сюда шел, да? Фух. Че? Да где я вообще нахожусь? Вот она. У меня зажигалки нету, все, ребят. Капец. Так, поставлю. Опять! Да все. Нет у меня зажигалки больше. Надеюсь, ребят, я найду зажигалку. И все. Эпично Ваня там умер от скрича, конечно. Нет, ребят, я, наверное, не выжила. Как помните, в предыдущий раз я умер вообще от багов каких-то. Вообще, меня телепортнуло, хотя я один играл. Это вообще было самое странное. Так, псипнуло где-то, но далеко. Поэтому, ну, он может сейчас за мной полетит. Но я слышал пс. Чё ж такие комнаты часто темные становятся? Так, кстати, раши нет. Так, я вижу все. Так, тут темно, но я вижу. Так, всегда надо оборачиваться. Где?
Псыкнула. Там тут псыкнула. Ну и бахнута дверь вообще. Блин, только не хальт. Это хальт, ребята. Ну я понял, потому что, во-первых, шкафов не было, во-вторых, как-то долго мерцало. По-любому, у меня зажигалки нету. Да нет, тут нету. Раш. Ой. Так. Так, идем, ребят. Идем. Так, зажигалка нету. О, реально зажигалка, спасибо большое. Меня слышат все сборки. Кстати, я нашел зажигалку, когда прям говорил про зажигалку. Слушайте, ну тут прям вообще. Ну, это удача. Так, ой, у меня тут все лагает, ребят. Простите. Дисплей вот это как. Простите, все. Извините. А, ой, куда ты пришел? Я просто боюсь, сейчас будет это. Темнота. Может, у нас сегодня удастся пройти? Ну хотя бы до сути дойдем, а там вы уже мне скажете. Ну, хотя бы дойти до сути, я не знаю. О, нет. Он был рядом. Так, какие-то баги, а как будто я его еще слышу. Так, это хорошая комната, тут есть зажигалки. Кстати, может тут новая? А, тут отмычка. Ну знаете, отмычки тоже хорошо, это в темноте они пригодятся. Ну, тут витаминки есть даже. Так, а там, чтобы не было фонарики. Просто фонарики мне тоже. Вот фонарик это самое важное, мне кажется. Витаминками я особо, ребят, не пользуюсь в игре. Но они, я согласен, они не так помогут, да? Да опять! Так, вайперы. Сейчас спавнит. Ну, кстати, да, хай, мне кажется, я смотрел, что он как бы... Ой, то есть, хай, да, не хай. Он спавнится, ну, как бы, он появляется раньше после 50-х. Ну, тут никого нету, ничего нету. Спидран сейчас, потому что... Фух, так. Так, денежки подобрал. Не все, ну ладно. Ну даже если... Так, там темно. А тут подземная комната, да? Так. В смысле? Сюда? Так, там тепло, я прям даже вижу. Так, хорошо, что не псыкнуло, но зажигалку жалко, конечно. Так. А тут у нас аллея. Кстати, как странно, главное, фонарики горят, а когда Раш пролетает, то же самое, фонарики горят, а почему-то темно. Странно, ну, такой как бы. То есть, так же все горит, но просто темно. Ну, не так, тут хотя бы фонарики были погашены. Ну, ладно, хоть что-то есть. Ой, глазки уже, да? Так, тут ничего нету. Так, подождите-ка, может изначально рычаг, да, быть. Так. Уже глазки, ребята, сейчас побег будет. Ой, все, я побег. Вот видите, побег тогда, когда, мне кажется, нет глаз. Все, ребята, сейчас будет побег. Там не было, конечно, Ой-ой-ой-ой-ой, я про второй раз хочу побег.
Сейчас сам будешь будет. Ребята, я прошел вон какое количество уже дверей. Так, ребята. Вот сейчас это самое тяжелое в конце. Ну, опять нет, зажигалки. Ну, не, хорошо видно. На новая зажигалка у меня. Опа-на. Мне не важно, я вообще не смотрю. Кстати, у меня есть отмычки, но мне кажется, они еще пригодятся мне. Амбуш. Амбуш, да, ребята, амбуш. Так. На всякий случай, потому что уже бывает там до 5 раз. Кстати, не отпускаю. Кстати, кто забывал, могу там далеко. Неужели я это сделал, ребята, один? А, ну что. Короче, ребят, я это сделал. Так, ну все, это нормально. Все, ребята, я дошел до сотой двери. Тут уже зажигалки вряд ли спавнятся. Так, ребята, сейчас самое главное пройти свалку. Если я сейчас не пройду, все, 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 буду почти. Кстати, это мое первое прохождение. Одни. Так. Блин, никакого листочка даже нет. Так, смотрите. Так. 6, 2, 6, 2, 6, 2, 3. Где 6? 6, 2, 3. 6, 2, 3. Ребят, я вообще ничего не вижу. 2, 2, 3, 4, 5, 6. Опа. 3, 3, 2. Так. Ну все, ребят, все. Так, первое. Сейчас опять думаем. 7, 8, 2, 9. 7, 8, 2, 9. Да? Вот так вроде. По идее. Просто это квест, ребят, очень сложный. Ну, сами попробуйте. Ребята, я прошел эту игру. Ребят, я один прошел. Да. Ребята, я... Ой, какие интересные. Я один прошел игру. Посмотрите мое эпичное прохождение дверей с
про игроком, но я прошел один прошел игру, хотя я боялся, я думал, что я никогда не пройду. За это просто. Это реально тяжело очень. И на лету у нас фигура. А я падаю. Видите, бейджа нет, потому что я уже проходил. Дурс. Ну что, ребята, спасибо за просмотр. Всем пока-пока.